Доброе утро! К нам приехала Аня. Пока она руки моет, человек сел за стол и ждет ее. Котенок, скажи подружке привет! Эй! Рэм, скажи подружке привет! Можно отдохнуть. Отдохнуть. Попозже будем заниматься. Пойдем. Попить можно, поиграть с мамой. Отдыхаем пока. Пойдем, зайка, пойдем. Злишься, что не пускают, можно потянуть, позлиться. Какая... Ой! Ждешь меня? Держи, на, отдыхаешь. Давай, будешь с мамой тянуть. Давай будем тянуть. Тяни, злюнчик. Ой, а ну-ка злись. А ну-ка давай, злюнчик злится. Вот так вот нужно тянуть. Давай, 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 тяни, тяни, тяни. Тяни, потяни. Тяни, потяни. Тяни, давай, давай. Ой, ой, ой. Это наш злюнчик. Вот когда ребенок злится, а этот ребенок прям злится. Вот такой злюнчик помогает ему... высвобождать гнев, так сказать, в правильном русле. Держи. Давай, тяни. Оставляй эту штуку тут. Пойдем скорее играть. Мы потом к ней придем. С ней пойдешь? Ну, договорились. Подходи ближе. Колокольчик, хочешь позвенеть? Да. Убирай тогда эту штуку. Давай, куда я заберу. Убирай? Давай. На, звени. Звени. Вот так громко-громко. Угу, ставим сюда. Подходи ко мне ближе. Мы сегодня будем с тобой говорить привет, заниматься, играть на ковре, если успеем. Скажем пока и найдем клад. Кто пришел заниматься? Это кто? Мама. Это кто? Покажи. Мама. Нет, это не мама. Покажи, кто это? Я. Кто это? Мама. Я. Вот точно. А это кто? Это кто? Смотри внимательно. Аня! Аня, покажи, кто это? Аня! Точно! Приклеивай карточку сюда. Вот сюда приклеивай. Вот, мы пришли заниматься. Тук-тук-тук-тук-тук-тук! Заходи и садись за стол. Итак, открой, есть там что-нибудь внутри? Тук-т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 ук. Постучу, найти клад, я хочу... Пусто, ничего нет. Нам нужно заниматься, а потом тут будет клад. Пусто. Выбирай свечку, какую будем зажигать. Эту? Хорошо. Эти убираю. Договорились. Часы переверни, забыли, чтобы пикнули. Еще разок. Оп, оп, пикнули. Вот столько мы будем заниматься. Свечку зажигаю. Чик, чик, чик. Никак. Чик, чик, чик. Что нужно делать? Что нужно делать, Рэм? Нужно петь. Будем петь. Аня, пой. Рэм, пой. Поехали. Гори, гори, ясно. Чтобы не погасло. Давай, давай, ладошку. Давай, 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 допоем. Чтобы не погасло. Еще чуть-чуть. Гори, гори. Вместе. Ярко. Я тебя не слышала. Нет, песенка не допета. Быстренько допеваем. Ка. Чтобы стало жарко. Садись попой на стул. Что это у меня сегодня такое? Организуйся. Ка! Ка! Молодец, другое дело. Сейчас посмотрим. Подожди, подожди, подожди. Ура! Свечку, чтобы зажечь, нужно посчитать. Загибай пальчики. Поехали. Один. Давай работаем. Два. Три. Четыре. И последнее. Ротик открой со мной вместе. Пять. Красиво. Дуй. Ура! Маленькую задуем. Хочешь задуть? Нет? Эту будем задувать? Да. Или нет? Нет. Ну, покажи тогда. Не, не хочу. Нет. Не хочу. Убираю сюда. Я тебе покажу. Разминка. Пять раз. Один. Два. Смотри на себя. Три.
4. 5. Дай. Это ты мне дай свисток свой. На. На. Свисток, все, сделали. Ой. Тебе дать трубочку? Поставь, пожалуйста, чтобы ты себя красивого такого видел. А потом игрушки. Красиво. Ба! Это усы потом. Держу. Ба! Улетело! Аккуратно. Поехали, еще 3 осталось. Ба! Почти! Со звуком теперь. Ба! Не слышно было? Где твое ба красивое? Ба! Ба! Ой, другое дело! Последнее. Также со звуком ба! Прям красиво. Ба! Ба! Где звук потерялся? Ба! 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 Один раз сделай мне красиво. Ба! Не слышно было тебя. Уши где-то мои. Ай! Зеркало убегает. Не попадешь. Чтобы попасть, нужно красиво мне сказать ба. Садимся. Организуйся сегодня, молодой человек. Ба. Ба. Красота. Все, слюни подбирай, на попу красиво садись до конца. Занимаемся. Эту или эту? Эту. Ту. Ту. Хорошо, держи. Можно так. А можно так. Вот сюда дуй. Еще. Ой, дуй. Это не дует, давай на мою дуй тогда. Ты что с дыханием у нас? Ой, закрутилась. Ой, как хорошо. Дай. Другую дам тебе штуку. Дай. Да-да. Это ты мне дай. Дай. Да-да. На. Не. Это не есть, это перышко. Перышко. Ой. Ой, на ладошку. Дуй. Не спеши. Ой, улетела. На голову села. Дуй. Ой, щекотно. Сам. Губки вытягивай. Сегодня ты очень стараешься у меня. Давай. Перышко полетело. Ой, оторвалось. Улетело. Хорошо. Пришел вот малыш. Привет. Отдаю тебе? Да. Дай. Да. Это кто? Хо-ма. Мам? Да. Хо-ма. Хомяк. Хо-ма. Хо-ма. Я тебе отдам, попробуй с ним поздороваться, сказать «Привет!» Кто это, Рэм? Хо-ма. Хо-ма. Держи. Будем его кормить. Я так хочу есть, ой. Сам будешь кормить? Да. Ой, хорошо. Желуди я люблю. Так. Тебе нужны желуди? Нужны желуди? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. На! Да! Давай, засовываем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. На! Кормим его. На! Не понимает? На! Ему говорим. На! Ешь! Спасибо, мама! Спасибо! На, скажи ему. На! Да! Не, вкусно! Очень люблю! На! На, ешь. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, спасибо. Дать? Попроси, пожалуйста, как ты красиво просишь. Ч-ч-ч. Дай. Да-да. На тебе много, держи.
Я хочу есть! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Можно мне синий? Да! Синий, это да! Не хочу, синий хочу! Си! Си! Да! На! Да. На! На! Ешь! Да! Этот я хочу! Синий хочу! Да! Вот этот да! А этот ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Спасибо! Ма-ма-ма. Желтый хочу! Желтый! Ура! Ой-ой-ой-ой! Тогда убирай, пусть там лежит. Будешь меня кормить или не будешь? Тут они понятные. А зеленый можно тогда? Нельзя. Все, убираем тогда желуди, чтобы они нам не мешались. Сам засунешь в ротик ему? Ешь! На! На! Ешь! Спасибо! Съел! Слушаю тебя! На! На! Ешь! На! На! Спасибо! Спасибо! Можно я с тобой вот тут рядом посижу? Посмотрю на Аню! Играем дальше! Стучать! Стучать! Клади его сюда! Хома, сюда, ложка. Эту ложку другу передай. Оп! Будем стучать. Смотри, ручка эта спит. Вот так отдыхает у тебя, спит. Эту ложку другу передай. Оп! Поменялись. Потом покормим его. Давай постучим. Эту ложку Ане передай. Дай-дай-дай мне ложку, дай-дай, а я тебе, на, дай-дай-дай, на. Последний раз стучи, мы идем дальше играть. Стучи. Да. Эту ложку другу передай. Оп! Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Вот она твоя, ой! Упала. Оп! Эту ложку другу передай. Оп! Давай последний раз. Стучи! Эту ложку другу передай. Оп! А ты мне ложку свою. Меняемся с тобой. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук! Ложки какие красивые! Громко! А теперь тихо! А теперь громко! А теперь тихо! Ладно, ложки идут отдыхать, а мы с тобой дальше играть. Оп. 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 На. 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 Башню не будем строить. Будем прятать. Будем прятать. Смотри. Оп. Спрятали. Вот это убираем сюда. Пусть стоят. Кто будет прятать? Ты? Давай. Оп. О! О! Прячь! Ой, спрятали! Спрятали! О! Прячь, 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 прячь! Ой, прячь, скорее, прячь, прячь! Так, спрятали! Нету! Прячь! О! Но это не тот какой-то! О! Хорошо! Прячь, прячь, прячь! Так. Подальше от ротика. Прячь скорее, прячь. Прячь, 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 прячь. Ой. И закрывай, закрывай. Вот, спрятали. Зелёный. Ой, 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 ой. На, держи. Улетела аж у тебя. Подальше. Губки-губки. Сейчас зеркало тебе покажу. Где оно у нас? Ну, прячь пока, ладно. Спрятали. Куда мы с тобой идем зеркало? Прячь дальше. Посмотри на себя. Молодец. Молодец. Прячь, 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 прячь.
Спрятали, хорошо. Прячь. Подальше, подальше. Послушай. Молодец. Прячь, 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 скорее. Прячь. Песенка. Еще разок, пожалуйста, хорошенько. На себя посмотри, хорошо сделай. Почти получилось, хорошо. И последнее, на. А с песенка? Молодец. Ставь, прячь. Спрятали. Прячь. Ой, вывалилось. Будем искать. Жди, ручки ставь. Жди. Ой, что это за голос такой? Жди, жди, жди. Будем открывать. Ку-ку. Вот это. Ку-ку. Ку-ку. Открой меня, открой, открой, открой. Какая же тут? Ку-ку. Ку-ку. Открывай. Желтенькая. Сюда. Ставь. Ой, какой бочонок. Какой откроем? Этот или этот? Давай я открою. Ку-ку. 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 Ждет тебя. Ку-ку. Ку-ку. Ой, ой. Ставь сюда. Ничего страшного, ставь. Одинаковые, точно. Сюда. Пусть тут отдыхают, стоят, ждут тебя. Шикарно. Очень. Потом. Сначала это, потом башню. Открывай. Ку-ку. Ку-ку. Посмотри на них глазками. Ку-ку. Кто там? Ку-ку. Угу. Пока тут стоит. Я тебя слушаю. Ку-ку. Открывай. Что там? Две! Сюда ставь, потом башня. Давай все откроем. Угу. И построим башню, честно. Ку-ку. Ку-ку, кто там? Ку-ку. Ку-ку. Открывай. Оп. Ку-ку. Ку-ку. Опа, бочоночки. Давай башню построим, как ты и хотел. Давай. Аккуратно, ставь, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Ой, упали. Давай из этих попробуем построить. Смотри, как стоят хорошо. На, вот этот поставь. Вот сюда, пониже, пониже пошли. Строй. Вот, спасибо большое. Башня ровная, красивая. Шикарная башня. Она сюда поставим. Вот сюда ставим. Еще одна башня. Стой, стой, попозже. Ставь вот сюда. На. Да не трясись-то, ладно уж. Ой, красивая башня какая. Потом будем ломать. Последняя. Знаю, да, вы жизнь такая. Ставь, ставь. Итак, а сейчас будем ломать башни. Подожди, подожди. Кто будет ломать? Я. 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 Говори.
Тогда будем ломать. Потом постучим. Я постучу тебе. Аккуратно нашей башни на попу садись на стул. Я подняла. Садись скорее. Сейчас все у нас упадет. Попа, попа. Готов? Давай подвину тебя. Подожди-ка. Будем ломать так. Бах! Как будешь ломать? Бах! Ба! 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 Ломай! Готов? Как будешь ломать? Ба! Ба! Бах! Ба! Ба! Хорошо! И последнее. Как будешь ломать? Ба! Ба! Бах! 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 Ура! Сломали! Ой, как классно! Есть у меня для тебя кое-что еще. Что это? Ням-н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 ям. Ку-ку. Ой, ку-ку. Жди, жди, жди. Будем вытаскивать палочки с тобой. Сейчас подожди, я расставлю. Аккуратно. У-у-у. Вытаскивай. Со звуком это твоя, это моя. Одну. Одну. Вытаскивай. Клади. Клади. Хорошо. Будем вытаскивать и говорить да. Не спеши, клади вот сюда. Дальше вытаскиваем, будем говорить до. Д, до. Как ты говоришь да? Так же до. До, 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 до. Клади. Клади. Аккуратно. Дальше вытаскиваем. Ждут тебя палочки. Посмотри на меня. До. Да. Да. Одну. Клади. Ой, ладно тебе. Да, до. Да. До. 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 Хорошо получилось, молодец. Можно много вытащить. Сейчас пончик упадет. Много. Клади сюда. Лежат. И последний раз вытаскиваем. Но сначала скажем, пусть лежат. Не переживай, пусть лежат. Все вытащим, поехали. Подожди, мы не сказали, подожди. Ты меня смешишь. Молодец, ну подожди. Ладно, клади. Ты так экспрессивно это делаешь сегодня. До. 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 Ой, шикарно. Вытаскивай все. Ура. Все палочки вытащили. Много палочек. Пончик. Пончик. Вытаскиваем язычок. Один. Ой. Два. Три. Потом есть будем. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Я в пончик тебе кое-что дам. Смотри. Мы с тобой говорили. Ой. До-до-до-до-до-до-до. Дом. До-до-до-до-до. Жди. Дом. Дом. Клади сюда. Киса. Мяу.
Киса. На. Клади. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Рыба. Вместе. Ры. И к тебе приплывет. Рыба. Угу. На меня посмотри. Рыба. Ба. Рыба. Клади туда свой пончик. Угу. Дом. Дом. Это что? Угу. Почти такой же. Отдаю тебе. Давай вместе скажем это слово красиво. И тебе вот сюда в пончик положим. Отдаю. Ой, ой, ой. Давай последний раз и пойдем дальше смотреть, что у нас там есть. Что там у нас за игрушки какие-то? О, есть вот такая штука. О, какая интересная. Крутим? Тогда слово последний раз договариваем вот это вот. И я тебе отдаю. Что это? Это дом. Давай вместе скажем. Д-д-д. Отдам. Дом. На. Крутить? Да. Крутить? Да. Аня. Кто? Аня. Крути. Ой. Аня, крути. Ручки убирай, я закручу. Не закрутится иначе. Давай вместе. 1, 2, 3. Юла. Юла. Крутить? Да. Это юла. Ла. Похоже, юла. Скажи, я сам закручу со своими словами. Крутится. Быстро-быстро. Юла. Будем ловить карточки. Вот так. Му. Корова. Акула. Рот какой у нее. Обезьяна. Лягушка. Ква-ква. Слон. Выбирай одну. Стой. Жди. Будем ловить. Что будем ловить? Так, кручу, верчу, запутать хочу. Лови такую карточку. Лови. Ой, это такая? Где такая? Оп! Лови. Оп! Сильно, сильно, сильно. О, ура! Поймали, молодец. Ставь, здесь оставим ее. Хорошо. Да ладно тебе приклеивать ее карту. Лови такую карточку. Вот она, лови. Сильно жми. Опа! Жми. Это такая карточка? Жми, жми, жми. Поднимай. Ура! Приклеилась. А где же корова? Поймай мне корову. Поймай скорее. Не поймаешь, не поймаешь. Поймал. Хорошо. А где слон? Не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь. Ой, не поймаешь. Давай, давай. Ух, поднимай. Класс. И последнее. Где же акула? Не поймать. Ой, 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 ой. Приклеился, встал. Поймали. Всех с тобой поймали, в липучки поиграли. Слушай внимательно. У нас с тобой звонок. Динь-динь. Динь-динь. Будем задувать свечку. Выбирай. Липучки. Потом. Эту или эту? Одну. Выбери одну. Да башня у тебя какая-то.
Рэм, зажигаем свечку. Выбирай, какую. Эту? Нет. Эту? Нет. Зажигаю. Так. Чик-чик-чик. Никак. Чик-чик. Покажи. Никак. Надо дуть. Ничего нет. Ничего нет. Надо спеть песенку. Ладошку. 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 Аня, пой. И будем открывать клад. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ярко, чтобы стало жарко. Садись. Зажигаем. Молодец. Ой, не двигайся, давай. Подвинула тебя. Подожди. Подожди, силач. Не сбежи. Считай. Считай. Пальцы. Один. Два. Три. Четыре, пять. Аккуратно, только горячо. Дым. Дым. Мы с тобой сегодня сказали привет. Задули свечку? Да. Убирай карточку. Мы это сделали. Все. Мы с тобой занимались? Занимались? Да. Убирай карточку. Вот это не успели сделать сегодня, в следующий раз сделаем. Пока сказали? Пока сказали? Да. Убирай карточку. Подожди. 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 Клад нашли? Нет. Открывай сундук. Тук-тук-тук, постучу, найти клад я хочу. Пойдем приклеивать скорее. Клад нашли. Все. Мама. Звезда. Какая звездочка. Приклеивай. Приклеивай пойдем сразу. Пойдем клеить скорее. Отпрямь. Держи. На. Полетели. Мы с тобой закончили. Кто занимался сегодня? Кто это? Это кто? Покажи. Я. Говорим друг другу пока. Говорим па. Ка. Ка. Пока. Па. 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 Ка. Ка. На, молодец. У нас сегодня было очень интересное занятие. Нам максимально нужно было все повторить и переходить на новый этап, хотя бы попробовать. Мы сегодня играли с хомяком, опять же повторяли «на», «ешь». Эта игра на самом деле очень нравится, она такая интерактивная, мы с нее начинали и входили в рабочий режим. Опять же, ритуал, вы про это все помните, мы это повторили. Артикуляционную гимнастику мы сегодня делали и начали именно с простых заданий. Почему? Потому что Рэм сегодня, он такой, я сегодня бесконтрольно ничего делать не буду. Сегодня действительно я увидела, что он был немножко такой встревоженный, и мне пришлось подбирать игры по возрасту ему и по настроению. Вот первая игра. Это «Покорми Фази». Это мягкий пушистый хомячок, который обожает желуди. И здесь, как вы видели, уже не первое занятие. Аня и Рэм кормят этого маленького хомячка. Можно сказать кое-что? Если что, скажи. Я называю игры по-разному. Там «Хомяк», «Хома». Что, он называется красиво, ты сейчас сказала, а я-то его зову «Хомячина», «Хома». Пора там накормить. В общем, да? Фази. Потом у нас еще была вот такая вот игра. Это игра с присосками и с карточками. Оригинально эта игра, она предназначена для детей, конечно же, постарше, от 3 лет. И здесь задача забрать себе карточки быстренько с присосками. Мы реагируем и тренируем как раз-таки эту реакцию. И вот такая вот крутая игра у нас была. Это «Поймай пончик» или скорее «Удержи пончик», чтобы он не упал. И здесь, конечно же, я тоже наблюдала, как Аня использовала эту игру. Они с Рэмом доставали палочки, но на самом деле здесь у нас деревянные
деревянный пончик, деревянные палочки трех цветов и разных размеров. И наша задача в этой игре забирать палочки таким образом, чтобы пончик не упал на стол. И таким вот образом игроки этой игры очень веселым образом друг с другом соревнуются. И вот еще одна игра, которую Аня использовала, она мне понравилась больше всего. Но мне кажется, и Рэму она сегодня понравилась больше других. Это игра прятки, причем прятки необычные. Здесь в прятках используются деревянные фигурки большие и маленькие, и большие фигурки как раз таки прячут маленькие. И здесь в оригинальной игре есть еще игровое поле с антискользящим покрытием. Вот так вот оно выглядит. И тут задача находить и прятать вот эти маленькие цветные фигурки и в своей коллекции собрать два набора маленьких фигурок разных цветов, и тогда игрок считается победителем. Ну и, в общем, сегодня Аня с Рэмом прятали и находили эти маленькие цветные фигурки. Так что, подружки, все ссылки на игры, которые мы используем в наших занятиях, будем стараться оставлять для вас в описании, чтобы вам было легче их найти. Так что всегда смотрите описание под нашими видеороликами. Что у нас сегодня было интересное? Это наши прятки. Сегодня мы говорили «ку-ку», это тоже наше основное такое первичное слово в игровой среде. Мне нужно было, чтобы ребенок сказал и поиграл со мной, и применил. Вот есть слово, которое мы «ку-ку-ку», которое, знаете, такое искусственно выращенное, а есть слово в действии, которое уже применимо к деятельности. «Ку-ку, давай поиграем, кто там, давай посмотрим». И это классно у нас сегодня получилось. Пончик, который, опять же, ну, я использую все игры не по назначению, действительно. Какая там была задача? Вытаскиваем по цветам. Я увидела, что человек отказывается следовать каким-либо правилам, и я снизила уровень нагрузки, ну, как мне эффективнее было. Вытаскивай и говори. И то там нужно было держать все время и... Подожди, давай скажем с тобой, или там что-либо сделаем. Но тоже, на самом деле, игра понравилась. Чем она классная? В ней много палочек. Можно сколько раз, сколько угодно сказать. Там какой-то пончик прикольный, и что-то интересное, и как будто ты его ешь. А самое классное, что когда палочки все вытащили, мы спокойно перешли, вот перетекли в другую игру. Я достала маленькие фигурки, мне нужно было сегодня посмотреть, можем ли мы переходить на простые слова. Слова даются пока тяжело, но все равно нужно их брать и на них смотреть хотя бы, на картинке, понимать, уводить их в пассив. Поэтому, в общем-то, это было полезно. Но как получилось, что я... А давай теперь в этот пончик эти фигурки складывать. Что я сделала? Я не просто сказала, а давай новую игру. Нет, я как бы формирую вот эту вот логику. Из одной игры мы перетекаем в другую. Так же, как и с хомяком было, который очень мягенький и хорошенький. У нас хомяк постепенно перешел в ложки и ритмическую игру. Эта игра тоже далась на самом деле непросто. Тут нужно было постучать. Это первое, что такое нужно было понять, что я от тебя хочу и как не повторить за тобой. А потом поменяться местами. То есть нужно было понять, что мне нужно отдать эту ложку тебе, но ты у меня ее не заберешь. Мы с тобой поменяемся. Это развитие пространственных представлений, это понимание ритмики, это понимание вот общей деятельности такой и получение от нее удовольствия. Эта игра была у нас первый раз, я видела это недоумение, но окей, мы в нее немножко поиграли, с ней познакомились. Чуть позже она, как и любая песня, стишок, который вы разучиваете, будет входить в нормальный режим, и ребенок будет запоминать. Но мы ее в конце перевели на постучать громко и постучать тихо. Это тоже развитие, на самом деле, интеллекта, и на пассив уводим мы это в речь, что тихо, громко. Так же и говорить я могу тихо, а могу говорить громко. Это когда мы сталкиваемся с тем, что, знаете, родители говорят, ребенок всегда кричит. Вот он не говорит, он всегда орет. Это «мама!» Вот это все происходит, и в игровой форме мы вот учим, тихо говорим с тобой, громко, это также помогает. Липучки сегодня были, игра на самом деле очень классная, интересная, и Рэму она доступна уже в этом возрасте, но она была у нас в конце, поэтому внимание уже рассредоточилось, и там... Чего? Какая классная липучка, прикольная! И пошли уже такие сенсорные игры, а мне нужно было все-таки доделать задание и посмотреть, работает ли моя инструкция уже вот на нашем этом занятии. Найди такой же. Пока тяжело, это ничего страшного, мы к этому вернемся еще несколько раз, это основное, что мы будем делать, это такая мыслительная функция. Найди такой, похожий, не просто найди акулу, о, знакомое слово, я нашел, а именно такой. Чего ты меня спрашиваешь? Такой? Такой-то какой? Такой-то такой? Что ты хочешь от меня? И вот тут над этим мы будем работать. Но опять же, так как липучки хотелось приклеивать везде, и это изобилие разных цветов, немножко
он, скажем так, ушел в свою игру, но мы ее доделали. Обратите внимание, что у меня была последняя липучка, и я переключила внимание на следующую игру и сказала, если ты хочешь в нее поиграть, нам нужно доделать. Это опять же о том, что я все-таки мотивирую его не переключаться. Казалось бы, много игрушек, туда-сюда. Нет, мы доделываем, мы сидим в этой игре, и если сложно, то я снижаю уровень нагрузки, и мы все равно ее по чуть-чуть будем доделывать. Итак, это основные игры, которые мы использовали. Был у нас еще хомяк, но мы с ним уже играли, поэтому отдельно про него рассказывать. Мне кажется, я даже в начале рассказала уже, мы его кормили, говорили «на». Мы с ним взаимодействовали, трогали его. И просто такой, как игровой сюжет был, потому что основное слово «на» у нас уже закреплено. Мне нужно было проверить, осталось оно или не осталось. И я увидела, что сегодня он начал с этими желуди т-т-т-т-т и начал их прятать на стул. И я не хотела здесь выстраивать негативный сюжет в начале занятия. Сказать, нет, на стул мы желуди не кладем, мы будем за столом заниматься. Поэтому мне легче было на этом этапе сказать, класс, желудь у тебя на стуль, давай дальше. Потому что иначе мы вот остались бы здесь, я бы отстаивала свои правила, что желуди на стул нельзя. Нет, это не тот момент, где нужно было отстаивать свои правила. Мне нужно было идти дальше, проговаривать слова, проговаривать звуки. И, в общем-то, сегодня у нас это получилось, опять же, но с таким долей настроения такого... Вот такого вот. Но в любом случае я очень довольна, что у него начинает получаться, он уже знает, что нужно будет произносить что-то. И когда я показываю ему на рот, он уже открывает рот, такой, ладно, хорошо, но только один раз. Этого тебе достаточно, логопед. Что у нас четко сформировалось? У нас уже есть понимание расписания, есть понимание вот этой минимальной учебной деятельности, хоть она и игровая, но есть понимание, что я сижу за столом, что я не встаю, что мне делать это не нужно, что есть какие-то задания, потом будет звонок, а потом я буду приклеивать свою волшебную звездочку. Когда сформируется полностью расписание, когда у нас пройдет 7 занятий, потому что на 7 занятие у нас 7 звездочка, и мы зарабатываем приз. Только тогда можно говорить о полном понимании, зачем я все это делаю. В общем, есть свои звезды, они зачем мне нужны? Вот должен этот этап пройти, и тогда мы более четко сможем сказать, запомнил ли он все ритуалы. Как только он запомнит все ритуалы, мы это оставляем и двигаемся, ну, по нарастающей, усложняем. По речи. На слова пока мы точно не переходим, даются они непросто. Мы пока раскачиваем артикуляцию, работаем со звуками. Обратите внимание, да, что звук ОУ, он пока такой интересный. Там волки у нас заводятся периодически. Это также моя задача, этот звук сделать чистым, красивым. Пока артикуляция к этому не готова. Поэтому занимаемся, работаем и, конечно, наблюдаем. Я думаю, что в ближайшее время звуки у нас станут чистыми и красивыми. Я вижу, что вам актуально каждое наше занятие, и вот вы детально спрашиваете, на что было направлено то или иное задание. Поэтому я решила сделать полный анализ наших занятий с Рэмом. То есть на моем канале будет видео конкретно нашего занятия, и по минутам я буду вам рассказывать, как он среагировал, почему именно так, почему я поменяла здесь деятельность. Поэтому, если вам интересно, ссылка на мой канал будет внизу в описании. Заходите, в ближайшее время там появится этот ролик. Буду вас там ждать. Ну, а на сегодня уже прощаюсь. Пока-пока! Пока!